Все. Уроков больше не будет. Угу. Как это не будет? Почему? Ты что это? Ты что? У нас вышеначалку закрыли. Сказали завтра всем нам в гимназию приходить. А я туда не пойду. Нам с ними не по пути. Так нам Валериан Дмитриевич сказал. Вот голова. То он верно сказал, что не по пути. Только не будешь учиться, как раз дурачком и вырастешь. Вот петлюрой обрадуешь с буржуями. Ха. Они бы хотели, чтобы вы вырастали темными да забитыми.